Внимание! Пристегните ремни. Вас ждет путешествие во времени. Век номер 20. Наша версия. Год 1984. Смерть Андропова. 15 лет назад, пробыв на посту генерального секретаря ЦК КПСС 1 год и 3 месяца, скончался Юрий Владимирович Андропов. Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Константин Устинович Черненко. Индира Ганди. 15 лет назад охранники сикхи убили премьер-министра Индии, дочь Джавахарлала Неру, Индиру Ганди. Присягу в качестве премьер-министра принес ее сын Раджив Ганди. Антропология. 15 лет назад ученые Сибли и Альквист приходят к выводу, что шимпанзе гораздо ближе к человеку, чем любые человекообразные обезьяны, и что ветви обезьяны человека разделились 5-6 миллионов лет назад. Майкл Джексон. 15 лет назад американская поп-звезда Майкл Джексон был достоин сразу 8 премий Грэмми. Альбом «Триллер» признали альбомом и бестселлером года. Песни «Билл Джин», «Бит Ит», «Триллер» — лучшим вокалом разных стилей. Мода. 15 лет назад американский антрополог Альфред Кроуберг после многочисленных расчетов вывел единицу подвижности моды. Длина женских юбок варьируется с определенной регулярностью на протяжении 50 лет. Горный велосипед. Столь популярный сегодня появился 15 лет назад. В отличие от простых, у горных велосипедов было от 12 до 18 передач, облегчающих езду на спусках и подъемах. Наша версия. Год 1984.